Существует очень много разных психотерапевтических школ, направлений, арт-терапии, психодрама, психосинтез, экзистенциальный анализ. Открою невероятный секрет. Все, что работает, работает. И все, что существует и выдержало какое-то испытание времени, работает. Вопрос, почему работает? Психоанализ в свое время работал замечательно, а сейчас, например, не очень работает. Что это значит? На самом деле, там нужно понимать две вещи. Значит, во-первых, если работает какая-то психотерапевтическая методика, значит, эта методика воздействует на какой-то фактический внутренний конфликт, который есть в человеке, который влияет на какие-то особенности работы его психики. Если вы понимаете, как в психике это происходит, то вы видите, почему работает психодрама. Вы понимаете, как работает психосинтез, вы понимаете, как работает там гештальт-терапия и так далее. Если вы понимаете, как работает сама психика, потому что вы прямо видите в этом инструменте соответствующий крючок под этот психический процесс, под это психическое состояние там, и так далее. Поэтому вот можно идти каким путем? Можно идти путем, вот вы это направление узнали, и из них пытаетесь понять, что такое человек. Значит, у вас получится Франкенштейн, нежизнеспособный.